С великой победой! Говорить я об этом не хочу. Была у него ППЖ. Таскал он ее по фронтам, подстилку эту. А теперь все. Он домой приехал. К девочкам и ко мне. Блин, соскучилась. Да, высоко метишь. Армия сейчас огромная сила. Кто ее управляет, у того и власть. Маршал Жуков в присутствии генералов и старших офицеров высказывал недовольство своим положением. Ему, видите ли, власти не хватает. Страна лежит в руинах. Надо поднимать страну. Зачем нам в мирной жизни так много генералов? Товарищ Жуков, обыск. Стреляю на поражение. Как минимум двоих с собой заберу. Тебе что, мало народной любви? Я тебя прошу, не высовывайся. У нас мальчик будет. Константин Георгиевич. Сын. Нет никакой тайной жизни. Все, что делал, у всех на виду. Ни от кого не